Таврморском районе сегодня открыли фельдшерско-акушерский пункт. Новый ФАП возвели в деревне Старые Щелканы. Фельдшерско-акушерский пункт здесь был закрыт 10 лет назад. Все это время местным жителям приходилось приезжать на осмотры в районную поликлинику. Теперь фельдшеры будут работать в шаговой доступности. ФАП оборудован всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. Он будет обслуживать и население соседних деревень. Это четвертый по счету фельдшерско-акушерский пункт в районе. До конца этого года планируют возвести еще один. Очень даже радостно. С маленьким ребенком добираться до поселка очень даже неудобно, потому что, получается, на автобус нужно ехать. Ну, как бы с ребенком совсем неудобно.